Уважаемые родители, рад приветствовать всех. В первую очередь хочу сказать то, что дети очень сильно скучали по вам. Видно было по их лицам, видно было, что ну, по ночам им тяжело, но они большие молодцы. Я могу сказать, что они старались, они выкладывались, они получили большой опыт. Узнали, что такое сбор. Кто-то первый раз там поиграл в футбол, кто-то первый раз узнал, что такое домбра, и для них это было необычно. Они большие молодцы, узнали, что такое двухразовые тренировки, режим, правильное питание. И я доволен ими, так что сейчас они приедут, похвалить их обязательно. Для них это было очень тяжело. Почему? Потому что там не было отдыха, ни единого дня мы не отдыхали. Каждый день тренировки, нагрузки. Сейчас они дома могут отдохнуть. Вам спасибо.